Всем привет, меня зовут Федя, и вы спросите, что за бардак у меня на столе. Все просто, это все я собираюсь взять с собой на катку. Чтобы все это утащить, мне придется взять рюкзак. Первое, что необходимо взять с собой, это мелочи, потому что ты просто можешь про них забыть. Начнем с того, что всегда нужно иметь запасные части, потому что ты не знаешь, когда сломается твой став. Также не забудь взять отверточку, потому что тебе нужно запчасти эти будет как-то прикрутить. Чтобы надрать всем задницы по скорости, не забудь взять спид-крем, который намазывается прямо на доску во время катания. После того, как ты намазал свою доску и стал ехать на скорости Формулы 1, не забудь намазать свои губы, чтобы их не обветрить. Не забудь взять запасные перчатки, если вдруг кто-то из твоих друзей их забудет, или дополнительную теплицу. Раз уж мы заговорили об утеплении, не забудь взять с собой тонкий пуховичок, чтобы не замерзнуть во время отдыха на морозе. Ну и в дополнение ты можешь взять с собой термопакетики, которые при вскрытии нагреваются, и положить их в любое место. Это место тут же нагреется. Неотъемлемая вещь в катании – это термос. Каждый может налить туда все, что захочет. Я вот суп люблю мамин. А еще есть отличный лайфхак. Вы можете взять с собой просто горячей воды и на склоне заварить себе доши. Настоящий японский суп. А теперь перейдем к самому важному оборудованию. Это лопата. С такой лопатой ты сможешь построить себе кикер, ну или на крайняк откопать свою тачку. Ну и на последнее не забудь взять с собой щуп, ведь надо же как-то свою машину найти. А если вы думаете, что я забыл про бипер, то нифига, он уже на мне, ведь бипер нельзя класть ни в рюкзак, ни в карман. С таким комплектом ты можешь покорить Эверест. Там и увидимся. С вами был Федя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Предыдущие видео здесь. Всем пока.